think you should be. Здорово, народ! Вы на канале Одинокого Снайпера. Сегодня у нас новая игрушка под названием Demolition Derby 2. И там еще какая-то фигня, но я и не запомнил. Нифига себе тут звук. Блин, походу меня опять будет дико перебивать, но это не страшно сейчас. Я буквально на некоторое время вырубаю музыку, потому что я хочу поприветствоваться и так далее. Блин, тут жаль, нельзя настроить нормальную музыку. Так вот, я в этой игре немного погонял. Вот, открыл там буквально 2-3 тачки. Но исследовался только на этой. Я еще ввел номер 666 и имя LS. Но, блин, ну, серьезно. Ну, это же так вот. Я почему-то не знаю, почему закрыто. Кастомизация, всякое прочее. Ну, пока все нафиг позакрывато. И я не знаю, для чего, что нужно сделать, но... Вот у этой тачки в нем преимущество то, что у нее много здоровья. А в этой тачке преимущество то, что у нее много скорости. В этой игре, кстати, есть еще несколько режимов. Вот тест-драйв, вот я сейчас прям могу выехать вот там, где машинки катаются, и поэкспериментировать. А могу... Гонки. И разрушение. Видите? То есть тут нужно открыть вот это вот все. Тут круги, фигня всякая. Тут можно убрать или увеличить количество оппонентов. А здесь я предпочитаю 5. Мы с вами будем много чего изучать. Вот посмотрите, сколько всего. Трассы не увеличиваются в стоимости, а это очень радует. Ну, машина, конечно же, увеличивается. Ну, ладно, хорош болтать. Погнали. Пожалуй, музыку я вырублю. Я один раз... О, фига себе, тут фура. Да, я бы предпочел на нафиг держаться от нее подальше. На тебе, скотина. Мерзопакостная. Пусть там все фуры уничтожает. Пошел. Пусть все фуры уничтожает, а я сам по себе там кататься буду. О, фура едет прямо за мной. Иди нафиг, пожалуйста, иди нафиг. Пошел отсюда. Блин, что-то в карте мне нифига непонятно. Тут уже какая-то куча образовалась. Фура все еще гоняет за мной. Ай-яй-яй-яй. Что это такое? Скотина. Ау. Они меня выбивают заднюю часть. Но пока у меня по состоянию машины там слева, сверху. Все в порядке. Тупая фура. Тупая фура! Я за нее зацепился! Отцепите! Отцепить! Да! Ну вот. Теперь у меня вся машина красная. Взяли фуры. С колесами пока все окей. Блин, ну машина теперь из-за фуры вся красная. Тупой грузовик. На! Меня аж отрикошетило. Видите, теперь она мятая, видно, что на ней разводы. На! Ну, уже, по-моему, на всех разводы, кроме этой фуры. У нас одинаковые тачки, почти. На! Блин, не развернулся. Ладно, мне в бочину прилетело. Этот грузовик все еще продолжает выписывать круги. Свали! Блин, мне так машину дамажит по-дикому. Кому-то вообще морду расплющило. Так. Ну, на самом деле, игра очень классная, эмоциональная и так далее. Но, кстати... Кто заметил, у меня наконец-то встал на место голос. Я этому очень рад. Потому что он так меня бесил, что просто жуть какая-то. Так, свали, пожалуйста, не мешай. Вот эта машина еще выглядит блестяще. Ой, я себе движок, блин, я себе движок попортил. По-моему, я сейчас взорвусь скоро. А еще никто не умер, между прочим. Я поиграл пока в режим только гоночек. Ты... Козёл! Еще никого не уничтожили. Я чувствую, фура будет... Вроде фура всех громит, а толку никакого. Я... Зад фура не приехала! Ну, ёлки-моталки. На, накаркал.
Желтый, даже не думал. Блин, не увернулся. По-моему, все держатся. Фура, блин, наводит беспредел. Я пытаюсь не сдохнуть. Желтый, пошел. Надо желтого, я думаю, добивать. Я по нему очень много продамажил. Где желтый? Желтый с фурой пусть не наводит. Скотина увернулся. Да не фур! Фига себе! Это что сейчас было? Ядрить, колотить. Я сразу двоих раздолбил. Я фуру завалил просто. Желтый, спасибо тебе. Я сейчас буду тебя разваливать. Нет, только не вдохнул тачку. Еще не хватало умереть, врезавшись в сдохнул тачку. Да, оказывается, у фуры хилок немного. Да хорош от меня бегать. Ой. Ага, конечно. Где еще один? А, сдох. На, нахер. Так я думаю, я смогу продержать. Ау! Желтый! Ты! Вот Годзилла, а! Непробиваемый какой. Я почти сколько дамажить должен. Ты, свинья. Без морды. Ну, мы сейчас крутимся друг вокруг друга. На. Да блин. Слушай, ты можешь... О, отлично. Он выровнялся. На. Все, мы потихоньку будем проносить его. Ах ты. Вот вонючка, а. Вот вонючка. Ага, конечно. Сейчас. Наган. Чуть не заматерился. Ну ладно, скажем, ах ты. Слушайте, поэтому, по-моему, у этой машины колеса не дамажнутые вообще. Они совершенно не... Как он называется? Они совершенно не проносят урона. Ау. О, он туда в дохлую тачку врезался, я этого и ждал. Я возьму разгон. Пусть он там пока... Он дохлых тачек раздвигает. Ну, конечно, так, этот промахнулся. Я вроде начинаю разбираться в карте. На! Первое место! Ядрить, колотить. Можно посмотреть этот реплей или рестартануть. Ну, я думаю... Что за звук? Ну, я думаю, я пока... Нифига там какие характеристики были, я уж испугался. Блин, да тоже кастомизировать ничего нельзя. Не улучшить. Вот оно как. Все, я вкурил. Что это? А, это номер. А, вот как раз. Движок. Нитрок. Открой. А, у меня денег нет. Тьфу. Дебила кусок. Давайте еще поместимся. Я думаю. Оставим 5 оппонентов, но фура, блин, конечно, зарешала. Я не ожидал увидеть их. Надо смотреть сначала окружение. Кто вообще со мной сражается? Порше. Тачка, которая мне не попала. Жига. На тебе, Жига-дрыга. Давай, давай, давай. Сейчас кто-нибудь в задницу возьмет и вдолбится. Так, твою мать, Порше. Ну, или что-то вообще похожее на Порше. Я, кстати, зачем играть-то начал в эту игру сразу же? Да что так лагает? Я хотел посмотреть, вывезет ли вообще мое устройство эту игру. Как видите, оно его вывозит и без проблем. Правда... Вау! Что, на дыбы-то встал? У меня памяти очень мало после этого остается. Ну, потому что в 6-м андроиде, в последней версии... Убрали функцию, как она называется, убирать приложение в карту памяти, да. На Жига. Сейчас Жига первый отлетит. И из-за этого пошел отсюда. Начинаются проблемы. Понятно, когда там у тебя топовое устройство с 30 гигами памяти на телефоне. Ты можешь позволить себе на много приложений. На нафиг. Так, проедь в этой миссии. И когда вот у меня такой вот телефон 10-х годов, на котором пошел последний Android, да ты... То это получается то, так, что, блин,
Фигово получается, памяти на устройстве в это время много не делали. Потому что Android тогда не было нормально. И из-за этого, так сказать, да пошел ты. Да я синего подмочу. Из-за этого мне приходится жертвовать некоторыми приложениями. Плюс программа для записи и сами видосы. Это тоже надо учитывать. Ау! Ах ты! Вы видели, что за чебухню он сейчас своротил? Нет, синий! Синий пошел мне мстить. У меня машина уже красная, розовая. На! Чувака дважды продамажил. Что жига такая непомираемая? Зеленый, наконец. Да, я это предвидел. Зеленый уже был раздрюкан. Надеюсь, это сдохла жига. Да, жига сдохла. Нифига не... Чего они так все помирают-то быстро? Кто их так дамажил? Точно был не я. А где вы все? На! Я тебя заставлю назад отступить. На! Красавчик, правильно. Так. Они там друг с другом вместе. Не, один все-таки взял курс на меня. Или нет? Все, они там пошли друг с другом меститься, а я сейчас буду взлетать в стройку. На! Я надеюсь, ты страдаешь. Я надеюсь, ты сейчас очень сильно страдаешь. У меня сейчас тепло еще, все в целости и сохранности. Пока. За мной хвост. Ауч, колеса. От хвоста нужно избавиться, вдолбив его в кучу трупов. Ах ты! А, нет, колеса дамажатся. Смотрите, мне колесо продамажили дико. Смотрите, он взял об меня убился. Так, меня развернули. Нет. Это хорошо не закончится. Сейчас я его обрулю. А, он сам хочет меня обрулить. Он путает меня в мертвых тачках. Да тупые колеса, я в них да. Он помер! Что это за звук? Он помер об трупа. Ну, чувак, это самая тупая смерть, которая могла только у тебя быть. Как будто паровоз едет, такие звуки нереальные. Во, полицайцы. А чё эта тачка дороже? У него даже... А, это такси. У них даже скорости никакой нет. У них хилок много и веса. Что насчет какой-нибудь фуры? Ладно, фигнёй страдает, а я вне записи разберусь. Давайте пока прокачаем нашу красавицу. Вот. Смотрите, какая у нее теперь скорость. Так, шины. Давай я тебе выберу как раз шины для дерби. Вот это. Хотя это написано, что скользкая резина, но это шина для дерби. Согласитесь, это настоящие шины для дерби. У нас тут не рейс, у нас тут дерби. Так, что еще за 1000 я могу открыть? Ну, какой-нибудь цвет себе. Конечно же, черный. Черный это просто это цвет королей. Хотя цвет королей это синий или голубой, но... Ой, это тест-драйв. Кстати, можно потом на тест-драйв посмотреть, смотрите. Вот ты просто тут гоняешь по городу. Но сейчас давайте мы с вами погоняем в гоночках. Вот. Сделай мне 2 круга. Ой, ё-моё, что это такое? И начали. И, кстати, только машины моих моделей, как я вижу. Для баланса. У них даже полосок нету, только у первого. Какие-то полоски. Вау! Ясно, понял. На горы нельзя заезжать. Пошел. Я тебе дам, обогнать меня хочет. Вот мразоты Степановны, а? Их с трассы просто так не сбить. Я его сейчас развернуть пытаюсь, он, блин, меня своей тяжестью задалбливает. Чувак, мы вдвоем погибнем! Так, слушай, ты можешь отойти от меня нафиг? Он не дает мне вырулить просто. Я хочу влево, а он... Ауф, он сам мне маршрут строит. Скотина. Так, а ты что подстроился? А в смысле финиш? Уже 2-й круг начался. Ты твою... А, ну нафиг. Вау!
Ватерхелм! Почему меня так от него развернуло? Его должно было развернуть, потому что я в него вдуплился. Ватерхелм возле зеду. У меня уже машина Ой, там как-то срезать нужно было, или я... А я и так срезаю как-то. Я пошел, блин. Одну позицию забрал. Блин. Плохо. Пошел отсюда. Во-во-во, я его развернул как-то. Вот как-то я его сейчас развернул, кстати. А, стоянка. В смысле? У нас еще не конец гонки. Они не закончат гонку, пока я первым не... Что? 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 Игра, с тобой все хорошо. Она говорит не в ту сторону мне. А в какую? Я первый. Нет, теря шестой из шестых. По-моему, слушайте, ой-ой-ой. Все финишировали, а я еще нет. А почему? А почему? Нафиг. А почему? Что происходит с игрой? Во! Так, а ну-ка, давай рестартани, пожалуйста. Тут какая-то фигня произошла. Я должен был финишировать третьим. Третьим разверну какого-то хрена. О, у него спойлер, что ли? А, это другие машины. Странно. Я все равно заеду никого из принципа. Принципа того, что это будет короче. Что там за сокращаловка такая была на траве? Хотя на траву после такого я не полезу пока что. Я не понимаю, как, когда я начинаю лезть на траву, происходит какая-то чебухня, там сейчас красную разверну нафиг. И полезу на траву, как всегда. А там было, нужно было как-то срезать, либо это не срез, а на нафиг. Вот этого я тоже должен был развернуть. Нифига подобного. Я его просто продамажу. Пошел. Так, я его толкнул. Иди отсюда. Все, я понял, как разворачиваю. Да, я понимаю, что последний круг. По-моему, чувак, который был на последнем месте, сейчас благодаря моим манипуляциям вырвался вперед. Но сейчас я буду догонять психолога. Ой. У кого-то что-то отлетело. А что у него тут начало отлетать что-то на ровной поверхности? Ты не разгоняешься. Ау. Ой, блин, засмотрелся на него. Занесло. Но я ему не дам проехать. Будет постоянно одну задницу дамажиться и все. Аккуратно. Ух ты! На нафиг. Тоже мне. Почему мне скорость уменьшает? Найс! Там что-то уже своя гонка какая-то пошла. Найс вообще. Лучший круг у... парень пришел наконец-то последний. Ладно, погнали. Я не знаю, сколько уже запись идет на самом деле. Как бы мне не заиграться с этим. Но я сейчас посмотрю, если что-то нормально. Если все нормально, значит я пойду дальше писать. Если слишком много минут, больше 25 минут, то я пойду сам, так сказать, уже видео монтировать. Ну что ж, я записал не так уж и много на самом деле, поэтому давайте продолжим меситься, так сказать. В следующей серии я вот покажу вам как раз вот этот вот тест-драйв. Смысл его, таксист тупой чуть в него не врезался. И смысл, так сказать, этого тест-драйва сейчас я протянусь. Правильно. Все, хорошо. Пусть стоит так. Ну что ж, погнали. Мне очень понравилось меситься. Стой. Тут можно что-нибудь для машины купить? Мне прям хочется. Хочу. А, бесплатно даже? Для дерби больше всего подходит огонь. Ой! Это тест-драйв был. Так, это что? Стекло. Хочу себе... Блин, сложный выбор.
Я думаю, синяя очень подойдет. Вот. Это что? Это не знаю что. Сейчас посмотрим. Давайте. Это, наверное, цвет винил, я думаю. Но раз цвет винил, тогда... Да, это цвет винил. Я угадал. Так, все остальное у меня есть. Все, погнали! Погнали, 5 врагов, как всегда. Это что за звуки? Но на этот раз я более крутой. Так, никаких тяжеловесов я не вижу. Сейчас надо повторить врага рядом со мной, который уже на меня заалился. Нет, тяжеловесов на горизонте не видно. Ну, блин. А, чувака уже развернуло, я хочу зеленого. Так, блин. Зеленый, тупая морда. А, ты хочешь? Ну давай ты. Вот зеленый скотина, мне жопу протаранил. Так. Куда несешься? Мальчик. Блин, у меня уже машина розовая. От кого я так продамажился? У него там что, шипы на капоте? На нафиг. Черт, не по колесу вмазывай. Ты твою душу. Да! Что за фигня? Спасибо. Парень, ты что, кирпичный что ли? Чё я так от тебя подлетел? Или ты резиновый, а? На! Парень какой-то резиновый, реально. На, нафиг. Я от него отскочил, как будто, блин, от мячика попрыгунчика. Ты это был. Я забыл уже, какого цвета ты был. Ты был каким-то ярким. Так, минус зеленый. Да, зеленый. Вау! Зеленый теперь не с нами. Твою душу. Вот глянь. Блин. На жопу кому-то свою отдал. По-моему, сейчас произошло на них переднее колесо. Блин, я в мясо больше лезть не буду. Идите в жопу. Желтый! Увернулись от желтого. Или он не на меня огрелся. Желтый. Так, синий, свою жопу. Да они все не на меня огрелся. Они пару, блин. А! Вот от тебя я отпрыгиваю постоянно, да? Зеленый. Верно, я тебя подметил в самом начале раунда. Ты скотина. Я тебя еще и переверну. Месть свершена, так сказать. Пошел. Пошел, да ядрит твою мать, зеленый, отмень. В машине плохо. Блин, что-то скорость не наращивается. Хорошо, так хорошо, как у желтого того. На. Лучше всего таранить их в жопу. На нафиг. Ой-ой. Ой-ой, быстрее, скорей. Мне кто-то... Ага. Думаешь, так сможешь меня обрулить, да? Синий. Ты это был, да? Пацан меня в жопу протаранит. Не получилось, да? Пацаны какие-то розовые трусы. Красно, видите? Блин. Минус стекло. Трусы в клеточку. А-а-а! Блин, я хотел его продамажить, а в итоге продамажился от него. Ну, зеленый, блин. От него, по-моему, все летят. Видали? Так, кого-то сдули. Ну, по-моему, зеленому тоже кирдык. Он какой-то слишком того. Ну и желтый тоже. Да они все, блин. Так, минус колесо чьё-то. Но не мое. Да твою душу. Они, по-моему, все уже немножко потерты. Больше всего и красный, и зеленый. Вот. Красный скоро инздец. Синий я тебе сейчас. Вон с меня трусы, если посмотрите. А, синий. Странно, вроде синий не казался мне таким раздолбанным, либо это... Так, красного не отцепили. Не, красный еще, блин, живет. Посмотрите, сколько по нему дамаг желтый пронес. Ну все, я нормас, ау. Мне что-то подсказывает, что скоро я кончусь. Пусть не месяц, я сейчас буду как всегда врываться в стройку, мне это очень нравится. Ну, они там в районе месяца даже не подозревают о том, что... Сейчас приду я, ну я же говорил. А, у колесо. Ну, колесо мне тоже домой. Надо зеленого уничтожать. Домой хвост. Пошел. Черт. Вот я так и знал, что сейчас меня взлетят. Сейчас я его запутал.
Блин. Ага, все. Он влюбился в тачку. Тормоз по тормозам. Блин. Да он хитрее меня, вы посмотрите на это, а. Ай-яй-яй. Сейчас дамажусь об колеса. Вместо того, чтобы его повреждать нормально. Так. Все, теперь погоня за тобой. На, нафиг. Теперь ты уже не такой крутой, да? У него уже просто, у него краска слезает. У него уже колеса одного нету. Как он так быстро за мной гоняется? Парень, у тебя уже... Да хватит дамажиться от колеса. Ну да, давай дамажиться от круга. Блин, я красного с синим перепутал. Только в последний момент понял, что красный, блин, за мной гонится. Блин, какая потная битва. Слушай, не свалишь ли ты от меня, пожалуйста? Блин, он не заставляет отступать так. Аккуратно, осторожно. Не задом, что он тебя таранит. Ну на. Это называется выстрел, ну как сказать, в жопку. Жопка зарешала. Ой, ну ладно. Ну что ж, ребята, на этом я пока закончу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Обязательно. Тогда я пойму, что... Что за шуршание? Тогда я пойму, что вам нравится это смотреть, что вам игра нравится и так далее. А с вами был Одинокий Снайпер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте записи. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока. Следующая серия зависит только от вас.